Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Артем. Сегодня я хочу рассказать вам про утепленную куртку Курс производства компании Сплав. Производителем она позиционируется как некое универсальное изделие, которое можно носить как в городе, так и на природе. Основным преимуществом этой куртки я считаю сочетание двух факторов. Это использование утеплителя, который не боится влаги, и использование ткани нейлон, которая имеет водостойкую пропитку 600 мм водного столба, что соответствует легкому моросящему дождю. Крой куртки прямой и свободный. При этом плечевой шов сдвинут вперед. Поскольку здесь отсутствуют манжеты и подкладка куртки гладкая, эту куртку легко и быстро можно снять с себя. Молния куртки тракторная, двухзамковая. Это очень удобно, поскольку мы можем раскрыть нижний замок и получить доступ к карманам штанов. Молния имеет утепленную подпланку. Это правильное решение, поскольку куртка позиционируется как все-таки утепленное изделие и носится зимой или же осенью или весной. Молнии имеют ухватки. У куртки имеется три внешних кармана, два нижних кармана и один карман, который расположен на груди. Все молнии внешние имеют ухватки. Это очень удобно, если мы работаем в перчатках или в варежках. Помимо внешних карманов имеется внутренний карман. Вертикальное расположение входа. Этот карман не глубокий, но очень сделан правильно и грамотно. Он располагается между двумя слоями утеплителя. На куртке имеется нижняя утяжка. Она регулируется при помощи вот такой бабушки. Спрятана внутрь, и если мы ходим в этой куртке, мы, соответственно, этим регулятором ни за что не цепляемся. Капюшон куртки очень удобный и глубокий. Здесь имеется специальная вставочка, которая формирует козырек. Боковые вырезы не перекрывают нам обзор. Это тоже очень правильно. Помимо этого, здесь имеются две классических утяжки. Это утяжка по объему капюшона и регулировка по овалу лица. Внешняя ткань, как я и говорил, это нейлон с плетением микрорепстоп 40 ден. И, в общем-то, это на данный момент, мне кажется, оптимальное сочетание веса и прочности, которое используется на данном изделии. При размере 48-176 эта куртка весит 770 грамм. Пакуемый объем примерно около 3 литров. На этом все. Всем спасибо и удачи!